Я так хочу вернуться в май-май, но только наступила осень. Пора спать, бай-бай, завтра вставать в восемь. Я так хочу вернуться в май-май, но только наступила осень. Пора спать, бай-бай, завтра вставать в восемь. Но неужели что-то не так? Скажите мне, что творится в голове? Бардак в комнате, то же самое лица. На улицах в неадекватном состоянии. Милиция на это уже устала обращать внимание. Так и сижу, слушаю шум за окнами. Невольно мне не нужно, просто все орут так громко. Соседи ведут шоу с понедельника по воскресенье. Всегда в одном и том же настроении. Завариваю чай и думаю, почему-то у нашей жизни столько непонятных муток. Наша судьба не переваривает шуток, зато у каждого вагон ею подкинутых уток. Часто слышу, как она смеется, стопудово за мои ошибки отрывается. Эта истина еще старее, чем солнце. Зло злом, а добро добром возвращается. Просто нужно немного подождать. Пойду помою посуду, хотя хочется спать. Завтра снова это первая пара опять. Будильник на восемь, а сколько сейчас? Пять. Я так хочу вернуться в май-май, но только наступила осень. Пора спать, бай-бай, завтра вставать в восемь. Я так хочу вернуться в май-май, но только наступила осень. Пора спать, бай-бай. Но до чего же пустой может быть голова, когда садишься специально о чем-то писать. И в песню лезут ненужные слова, а настоящие вовсе не стоит искать. Не стоит искать счастье, лучше его дарить. У меня его много, пожалуйста.